Всем привет! Меня зовут Екатерина Кононова. Девчонки, сегодня у нас с вами комплекс, с помощью которого мы сделаем нашу попу крепкой, укрепим наши ягодичные мышцы, сделаем нашу попу красивой и упругой. Наш комплекс будет состоять из 4 упражнений по 15 повторений каждой. Для комплекса нам понадобится коврик и стул. И, конечно же, ваше желание. Первое упражнение. Поехали! Встаньте на стул, на сиденье стула. Перенесите вес тела на левую ногу, правую опускаем вдоль стула вниз, таз отводим назад, садимся, касаемся пола, но не ставим ногу на пол. Вверху выдох. Держим равновесие. Касаемся, но не ставим, не отталкиваемся от пола. Вес у нас на левой ножке. Вверху выдох. И еще 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2. И последний раз сделали. Меняем ножку. Для того, чтобы удержать равновесие, не смотрите по сторонам. Выберите одну точку, сосредоточьтесь, тогда будет легче удержать равновесие. Встаньте на стул. Перенесите вес тела на правую ножку. Левая опускается вдоль стула, касаемся, но не отталкиваемся, встаем, выдох. Поехали, 15 повторений. Стул скрипит, но не переживайте, он не развалится. Я уже выполняла этот комплекс не раз с этим стулом. И еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И последний раз. Сделали. Следующее упражнение это выпад назад, выход и мах. Встаньте перед стулом, делайте небольшой шаг назад, выпад. Колено не выходит за носок, бережем наши коленочки, они нам пригодятся. Встаем, одновременно выполняем шаг на стул и мах. Выпад. Шаг, мах. Выпад, шаг и мах. Выпад, шаг и мах. Мах, зажали ягодицу. Еще 6, 5, 4, 3, 2. Последний раз сделаем. Меняем ножку. Работала правая, работает левая. Поехали, выпад, шаг и мах. Выпад,
шах и мах. Выпад, шах и мах. Еще 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2. Закончили. Следующий это болгарские выпады. На стол, на сиденье стула. Садимся до того момента, когда бедро опорной ножки будет параллельно полу. Руки перед собой. Шаг шире. Никаких острых колен. И поехали. 15 повторений. Вверху выдох. До конца колено не разгибаем. Оставляем ягодицу постоянно в напряжении. Сделали. Меняем ножку. В струсы напряжения. И меняем ножку. То же самое. Садимся. Шаг шире. Поехали. 15 повторений. Еще 5. Закончили. И последнее упражнение это полумост. Ложимся на спину. Стопы на стул. Пола. Одновременно отрываем правую ногу и таз. Зажимаем ягодицы верхней точки. У нас остается три опоры. Пятка, плечи и лопатки. Вверху выдох. 15 повторений на каждую ножку. Сторону. Поехали, еще 15 повторений. Последний раз. Сделали. Это был первый раунд. У вас перед
впереди еще два таких раунда. В конце обязательно не забудьте о растяжке. Не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся с вами на следующей тренировке. Пока-пока!